15 мая во всем мире признали Днем семьи. Это неудивительно, ведь во многих странах разрабатывается стратегия демографического развития. Именно в семье происходит зарождение жизни и нового поколения нашей планеты. Семья была и остается местом, где зарождаются человеческие ценности и культура. В любой стране мира семья стоит на первом месте. Ведь благодаря этой ячейке общества крепнет и развивается государство. Ежегодно в канун Дня семьи сотрудники библиотеки нашего города познакомят подрастающее поколение с историей возникновения этого праздника. Создать семью сложно, но сохранить ее, сберечь, мне кажется, еще сложнее. И вот сегодня мы попробуем с детьми попытаться выяснить, на каких же принципах должна строиться семья. В семье начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Для каждого из нас семья ассоциируется с чем-то особенным и очень важным. Семья – это для меня честные люди. Моя семья очень-очень честная. Она всегда мне помогает, и я ей. Семья – это для меня драгоценный камень. Работники библиотеки познакомили школьников с основой семейных ценностей, принципов взаимодействия детей со своими родителями. Ведь основой ячейки общества являются доверительные и наполненные уважением отношения родителей со своими детьми. Ольга Жукова, Александр Прокудин. Новости ТВ Рассказово.